Привет. Записываю видео про колоретор. Запускаю в тестовом режиме. Вот. Работает нормально. Выглядит вот так. Запускаю на улице. На улице в данный момент температура 4 градуса. Вентилятор работает на полную мощность. 5 градусов температура, 4 градуса на выходе. Смотрим. На выходе 70 градусов средняя температура. Дует очень хорошо, поток большой. Выглядит вот так вот. Работает отлично. Термодатчик, который будет закреплен на передней. Температурный диапазон от 15 до 25. Ну, 35 тоже можно ставить, когда надо будет побольше мощности. Дымоход я не цеплял. Колорифер простой, без теплообменника. Выглядит таким вот образом. Чаша из нержавейки внутри. Горит чисто. Вот вылетают искры. Внутри, на теле трубы внутри есть, как его назвать, отложение. Труба бушная. Вот она немного подгорает. Работает, горит отлично. Так все выглядит. Теплообменника в этой конструкции нету.